Национальный долг правительства США растет с каждой секундой. Приближение к 14 триллионам долларов отсчитывают специальные часы, установленные в Нью-Йорке, рядом с налоговой службой. К 2020 году размер внешнего долга США может превысить объемы американской экономики. Только ежегодное обслуживание долга будет обходиться в 900 миллиардов, что в 5 раз больше, чем сейчас. Последние 40 лет американский бюджет испытывал постоянный дефицит, за исключением 4 лет при президенте Клинтоне. В этом году дефицит бюджета составил 1,5 триллиона долларов. В 1995 году этой сумме равнялся весь бюджет. Основная проблема в среднесрочной перспективе – это стабилизация, а затем и снижение национального долга США. По нашим оценкам, которые менее оптимистичны, чем правительственные, уже к концу этого десятилетия соотношение долга и ВВП составит 100%. Для подавляющего большинства американцев, для 80%, на нынешних выборах в Конгресс решающим вопросом стали не война в Ираке или терроризм, как это было раньше, а именно бюджетный дефицит. Очень важно избавиться от внешнего долга. Кому-то придется это сделать, и это плохо отразится на наших внуках и правнуках. Но если мы все же решим это сделать, то это будет возможно, по крайней мере, через пару войн. Не лет, а именно войн. Я думаю, что это ужасно для страны. Я также считаю, что доля долга для каждой семьи непомерна. У нас нет возможностей или средств для противостояния последствиям такого долга для экономики. Я на самом деле ничего не знаю по этому поводу, чтобы о чем-то таком говорить. Но мне кажется, что такой долг — это плохо. Для нас всех очень важно исправить ситуацию как можно скорее, поскольку это очень плохо для экономики. Пока еще основные расходные статьи американского бюджета исчисляются в миллиардах долларов. Социальная медицина — 800 миллиардов, пенсионное страхование — 715 миллиардов. Но к 2020 году, по данным бюджетного офиса Конгресса, эти цифры увеличатся до 1,5 триллионов и 1,2 триллиона миллиардов соответственно. Алексей Березин, Екатерина Александрова, Тим Фокс из Нью-Йорка.